А я ни на что особо и не рассчитываю. Я хочу продержаться блогером в ближайшее какое-то время, на которое у меня на это есть, при том, что его нет. Вот знаешь, вот так вот. Ва-ва-ва. Нет времени. Да, вот то же самое, да? Нет времени, да, я должен буду заниматься скрипкой. А это требует полной самоотдачи, поэтому мой канал будет сведен к самому минимуму. Но поскольку все равно сейчас мне предстоят многие дела, которые надо будет как-то вытащить на орбиту какую-то, прежде чем уйти в скрипку. И на это мне потребуется несколько месяцев. И эти несколько месяцев я хотел бы максимально отчаянно вести свой канал. Вот и все. Ну как отчаянно? Так как я это вижу, а вижу я это как? Фактически говоря так, что в мой мозг, в глаза вмонтирована видеокамера, и она просто, что называется, как говорят доблестные трудовые люди, 24/7, она бы транслировала просто то, что происходит в моей жизни. Ну, опять же, понимаешь, вот когда... Одно дело, когда она просто транслирует, я просто тупо иду и не думаю об этом, а она транслирует. Вот, это одно. Когда, значит, ты как-то это комментируешь, это другое. Потому что тут уже возвращаясь к Витгенштейну и ко всем прочим, значит, мудрецам, которые абсолютно правы в том, что слово – это абсолютно своя реальность. Я это и как писатель абсолютно открыл для себя, потому что мое писательство – это, в общем, просто реальность слова какая-то. Я не знаю. Я не знаю точно этот механизм. Я его не могу точно описать, каким образом я пишу. Но это, в общем-то, реальность, не знаю, реальность ли вообще, ну какая это реальность, друг мой? Это реальность только в том понимании, что если ты, значит, ты читаешь, вот эта реальность раскрывается. А так, что это за реальность? Это реальность просто-напросто печатного текста, некого рисунка, как бы инопланетянин увидел бы то, что у нас в книгах. Просто какой-то орнамент, и все. Сочетание периодически повторяющихся значков. Вот как бы он это увидел. Так, кстати, мне сейчас не сюда. Мне сначала нужно баксы сменять. А, нет, в принципе, да, можно и сюда. Сейчас все брошу пятитысячник на карту, а потом буду разобью $100 на часть.